Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Огласите весь список, пожалуйста. Разговариваешь. Откуда? Я на тебя, кстати, подписан. Обалдеть. Красавчик. Меня даже в Швейцарии смотрят, прикольно. Да, смотрят тебя. Обязательно смотрят, красавчик, вот. Спасибо. Как впечатления, какие-то жалобы, предложения? Не жалобы нет, так держать, красавчик. Держать себя в руках, на провокации не подаешься. Вообще красавчик. Знаешь, как говорили, характер нордический, стойкий, выдержанный, беспощаден. Как говорит, я же не из России, откуда же ты? Азербайджан, да? А нет, или как? Таджикистан. Таджикистан, да, точно. Я же говорю, с Таджикистана. Вы что, говорит, да это? Ну, говорит, я с Таджикистана, но нам нужны украинцы, как его? В Норильске. А, никель собирать, да. Как раз сейчас же время, как. Да, до марта сезон, да, до марта. Да. Молодец, красавчик. Так как все? Все потихонечку. Да, нормально, слушай. Живы, здоровы, слава богу. С Новым годом тебя, с Рождеством, да, если празднуешь. Да, с Рождеством Христовым у вас так же. Да, дай вам Бог всего самого-самого. А как у вас стоит Украина? Я только с гостей приехал. Мы приехали с Германии. У супруги живут там, ну, родственники в Германии. Мы только недавно заехали. Ну, в полчаса, я говорю, я... Супруга говорит, я пойду спать. Я говорю, я еще что-то театр рулетку. Мы там прикалывались в театр рулетки. В этом. Ну, я говорю, я приеду домой. Приехал, чуть кейзы себе, как чиз, или как нарезал себе. Uh-huh. Бутылочка пива, думаю, посижу, поприкалываюсь. Смотрю, нифига себе, знакомые люди. Вообще прикольно. У меня что-то случилось, я даже не знаю, что случилось. Я даже VPN ставлю, с VPN выставляю другую страну, ничего. Вот это приклеилось ко мне, и все. Никак. Ну, это ж хорошо. Ну да, наверное. Ты под свой. Да, нет, Америка вступила в Украину теперь. Все, теперь все будет Украина. Какой штат? 50 какой там? Не, наоборот. На правах автономной республики Америка вступила вместо Крыма. Вступила. Нормально, да. Да. Вот так. Не, Крым ты давай, Крым, я с Крыма, ты чё, хорош, да? Вместо Крыма теперь американская автономная Крыма, республика, да, в составе Украины, понимаешь? Теперь да. Осталось принять конституцию, и всё, флаг уже поменяли. Я-то сам с Крыма. Понятно. Как? Ну, давно живу просто в Швейцарии уже. Как вообще в Швейцарии? Нравится? Ну, нормально. Пока работаешь везде, я думаю, хорошо. Ну да. Я с русскими разговариваю здесь в чат-рулетке. Вот там Швейцария зарабатывает. Я говорю, успокойтесь, кто тут зарабатывает. Когда уходишь, темно, а когда приходишь домой, уже темно, тогда ты и в России заработаешь. Так, слушай, действительно, знаешь, вот ты ходишь из дома, дети спят, возвращаешься домой, дети уже спят, понимаешь? Уже спят, да. У нас же так же, по 9, 10, 12 часов работаешь, и нормально. Им это не понятно. Я не какой-то инженер какой-то, я просто простой рабочий, простой сварщик, и... Нормально, кто хочет работать, я думаю, везде они найдут работу. Знаешь, как у меня отец говорит, вот он говорит, кто хочет работать, тот ищет работу, кто не хочет работать, тот ищет причину. Тот ищет причину, да, чтобы не работать, да. Чтобы не работать, понимаешь, поэтому, слушай, человек, если руки растут правильно, если есть желание как-то, знаешь, в жизни чего-то добиться, он будет и шачить. Добиться он, да. Да-да. У нас вот приезжает, вот у нас 4 украинца было. Сейчас это с этого, ну, как, беженцы. Uh-huh. А у нас до Нового года они четвером работали. Ну, шеф их взял за того, что я знаю, ну, у меня мать сама с Винницы. Вот, то, что, типа, ну, он думает, что я знаю по-украински, а он не знает, что они, блядь, по-русски знают. Вообще катастрофа. Я говорю, ладно, давай это самое. А их в Швейцарии, знаете, Швейцария — это не Германия. В Германии ты сидишь на пособии, тебе и квартиру, и все, и обустроить квартиру, и все тебе дадут. А в Швейцарии не так же. В
Швейцарии, если ты не найдешь работу, если ты, у тебя нет швейцарского паспорта, то извините меня и подвиньтесь. Когда у вас закончится эта вся война и все остальное, Фидерсвейн, как говорится, давайте до дому, до хаты. Угу. И вот и они типа ищут работу, я смотрю на него, я говорю, ты когда-нибудь варил? Не знаю, что, о чем, что им, шеф говорит, дай им работу. Хер его знает, там, дал ему метелку, хай мети там, ё-моё, там у нас халин здоровая, что он мети. Вот, он бил, я ему это, ну, такие эти, как, блех нарезал, ну, чтоб заварить. Знаешь, так, чтоб попробовать. Он там что-то, блядь, этот шильд, или как он там называет, ну, маску вот так держит, это вот так, я говорю, катастрофа. Я говорю, кем ты работал? Он говорит, ну, я анвальт был, как... Анвальт. Катя, как анвальт по это адвокат? А, понятно. Адвокатом был. Я говорю, ну окей, понятно. Теперь я ему говорю, я еду на Пангов, ну этот железнодорожный вокзал. Они живут в Шафхаузене, жили, а я живу в Штайнемрайне. Я говорю, я еду как раз и довезу, говорю, тебя. Не, он... Я не понял, он руками и ногами отпирался от меня, чтобы я его отвез. Я говорю, ну тут полкилометра идти, километр 200, наверное, идти до этого, где вот этот ЦУК ходит, как его, блин, как его, автобус. Поезд этот. Нет, поезд. А, поезд, электричка. Электричка, да, и я говорю, давай, это самое, нет, он руками и ногами, а я поехал там, ну, в соседний колхоз, ну, короче, отвез там запчасти, то все, что мы заварили, еду назад. Не поверишь. Знаешь, почему он не хотел, чтобы я его отвозил? Он едет ко мне навстречу на 300-м этом ландкрузере с украинскими номерами. Я говорю, ну конечно, сварщик. Я первый раз 300-й ландкрузер увидел вот это, как я охерел. Эх ты, лось ты швейцарский, не понимаешь вкуса жизни. Ты тут сварки человека учишь. Лошара, блин. Лошара. Я думаю, конечно, он не хочет, чтобы я его отвозил на этот вокзал, чтобы он не видел. Я думал, он на поезде приехал, а он, оказывается, там, ну, знаешь, как этим украинцам, здесь, в Европе, вот, например, я не гражданин Швейцарии, я гражданин Казахстана вообще, да, я родился в Крыму, но вырос в Казахстане, и у меня нет, я здесь живу 16 лет, у меня нет привилегий, чтобы я за аутобан бесплатно ездил, здесь надо купить виньету, этим, извините меня за выражение... Не выражайся. Им можно все. Они ездят бесплатно, парковка у них бесплатная. Я вообще в шоке. Но это ненадолго, я думаю. Потому что уже сами швейцарцы охеревают, потому что они ездят здесь на таких... Знаешь, самая крутая машина, которую я вот в Цюрихе был, ну, тоже на объекте был в Цюрихе, Swiss Life Arena, если слыхали, такую вот новую строили, мы там делали объект, у нас тоже был. Там вокруг эти стоят такие машины, я говорю, ну, Гелендвагены у нас таких нет таких машин, вот это G-классы, эти Мерседесы 600, у нас таких нету, и только, смотришь, украинский, ну, нормально. Эх вы, лохи вы там в Швейцарии. Лохары, блядь, если украинцы знали, на какой я езжу, ну, у меня швейцарские номера, если бы они сказали, ты чё, блядь, лошара, да? Вообще катастрофа. Как, когда Катя увидела, говорит, купи у них машину, нам надо, говорит, нам надо машину поменять. Я говорю, на что, блядь, там менять эту машину? На другую такую же. На такую же, чтобы я только на машину работал. Не пойдет. Ну, у меня плохая машина, но по их меркам это у меня это, как его, как она называется? Таврия, блядь. А, Таври. Слушай, телефон не тряси, потому что ты зависаешь. Не тряси, положи телефон. А куда я его, блядь, положу? Ну, не знаю, куда-то. На чашку облокоти, на чайник облокоти. О, вот так, давай. О, вот теперь, да, и сам не трясись, потому что вот так вот все прыгает в разные стороны. Да я в суке тебя увидел, вообще, блядь, тут интернет заморгал.
Не, ну ты прикольно, слушай, парень. Слушай, я. А чем мне не прикалываться? Как тебя звать? Меня как зовут? Да. Валерий. Валерий, меня Александром зовут. Ну, познакомиться да. хотя бы. Подожди, я же тебя знаю, Саня. Я тебя не знаю. Минутку можешь подождать, я тебе что-то покажу, что у меня на машине спереди стоит. Давай. Вот знаешь, у меня есть такой литерпус, на котором я езжу на объекты. Ага. И у меня на стекле стоит один номер, я тебе сейчас его покажу. Давай. Валерка из Швейцарии, это прикол. Вот так вот. А вы думали, что? Це Европа? Вот она, це Европа. Простые работяги. Каждый человек работает, чтобы как-то вот чего-то добиться в этой жизни. А тут приезжают на 300-м Land Cruiser. Я не знаю, что такое 300 Land Cruiser. Наверное, что-то крутое. У нас их таких нету, по-моему. Я не знаю. Не, ну как, есть у нас, есть богатые машины, но 300... Так, подожди, ты что, на стриме, что ли? Не, я не на стриме, я просто говорю. Я вообще думал, знаешь, что этот ролик прикольный с тобой получился. Я думал, может быть, выставить. Если ты не хочешь, я не буду выставлять. Как да, мне какая разница, мне вообще это самое. Если ты выставишь... Вот спереди у меня на машине 300-й Land Cruiser, я тебе хочу сказать. Первый раз я увидел с номерами. Ты давай, вот, не, мне потом это запикивать, не надо, аккуратнее, да. Украинские номера, с украинскими. Давай, с уважением, давай, да. С украинскими номерами. Да. Но в Швейцарии я первый раз увидел такую машину. Я, если хочешь, потом загугли. А у меня на номере стоит вот так вот, спереди вот так. Валера, нет, ты класс, молодец. Ну, 82 это как его? Год Крым? Рождения, наверное, да? У меня так стоит. Шеф мне говорит, Валерий, говорит, это можно, когда я на твоей машине буду ехать, я этот номер убирать буду? Я говорю, давай. Ну, говорю, чтобы он всегда лежал на сиденьке, чтобы когда я еду, чтобы он был. А то я тебе потом... А то потом я тебе говорю... А у нас, знаешь, у нас есть штаты, в которых только задний номер нужен. То есть переднего номера не нужно. Поэтому... Люди, вот особенно, знаешь, кто был выходцы из Советского Союза, они там свои вот такие вот, типа Валера и старые номера, они все вешают наперед, короче, понимаешь? Ага. Потому что он, по идее-то, он не имеет никакого значения. Передний номер, ну да, как, передний номер не нужен в этих штатах. Вот Пенсильвания у нас там. В Швейцарии тоже у нас, например, две машины. Одна у супруги, одна моя машина. Угу. Но номер один на две машины. Как это один на две машины? Ну вот, она, например, хочет на своей машине поехать, да? Ага. Она берет с моей машины, снимает номера и ставит на свою машину. Это что, так можно? Ну да, это в Швейцарии так. Ни хрена себе. Да. Не, у нас такого ну, вот, нет. У нас две машины, мы за две машины, не за две машины, вот, например, страховку платим, и вот этот штойр, как он там называется? Регистрация. Регистрация на одну машину. Ага. У нас два вот этих техпаспорта. Угу. На двух техпаспортах разные машины написано, но номер одинаковый. А, так у вас это легально считается? Я думал, ты там по этому, знаешь, нормально. По советский вариант здесь косить, там скосить. Нормально, это нормально. И знаешь, плачу за ту машину налог. Вот, налог. Штрассенштойр называется. Угу. Плачу за ту налог, которая больше кубатура. Например, у меня трехлитровая, да? У супруги двухлитровая. Угу. Вот. Супруга за свою ничего не платит. Вообще ничего. А, я то есть твоя покрывает обе. Которая больше... Да. Понятно. Да-да. Вот так. Но у нас есть... У нас, знаешь, у нас много португальцев, албанцев. И они типа говорят, что у них или номер потерялся. Знаешь, на номерах, например, в Германии, если у тебя номер, да, здесь такая планкетка там с этим, как его, с... Микрочип? Как он называется? Ну, когда ты проходишь этот техосмотр. А, ну, чип какой-нибудь там, что... Да-да, техосмотр, ты там это, техосмотр, что у тебя, и когда полицай подъезжает сзади, да, он считывает твой номер, и там это, и сразу видать, до какого техосмотра и все остальное. А в Швейцарии такого же нету. Угу. В
Швейцарии у тебя как, я не знаю, как, наверное, в России там в техпаспорт там ставится вот техосмотр. И они вот себе домой ездят и там делают эти номера повторные. Uh-huh. И на две машины клеют. А, дубликаты делают. Дубликаты. Машина зарегистрирована одна, и они ездят. Ну, попытаются, вот у меня португалец коллега, говорит, попался, он, говорит, с Португалии приехал. Uh-huh. На, у него такой этот бус, как он, ну, этот Мерседес. И он в Португалии возит людей, посылка, ну, всякую хрень. И, говорит, вечером домой приехал, ночью, говорит, такой, говорит, усталый был, говорит, супруги на машине стоит, сбоку свою поставил. Ну, ты, говорит, утро проезжать, ни хера себе, говорит, машина, говорит, обои задом стоят, и два номера, говорит, что за хрень? Одинаковые номера, говорит, ладно, говорит, если на одной, говорит. Говорит, ладно, говорит, пошли, говорит, менты, говорит, пострели, говорит, сзади номера у одной, говорит, одинаковые, а спереди у нас такой маленький номер, знаешь, вот такой маленький, mm-hmm. а сзади нормальный номер, европейский, ну, просто швейцарским этим крестом. Mm-hmm. И вот, говорит, менты, говорит, подошли, спереди пострели, номер есть, сзади подошли, номер есть, у этой, говорит, позвонили, говорит, вы сейчас все, без прав, быстро тут не разговаривают. Цирк, слушай, молодцы. Не, ты понимаешь, что Швейцарии, вот ты один раз превысил, да, у нас вот превышение 1 километр в час 40 франков. Это где-то 50 долларов где-то будет за 1 километр. Подожди, смотри, вот у нас, да, у нас, опять же, если не считать, что бывают такие, ну как, gridlock alert, то есть оно, когда... Запрет всего, да, вот бывает. А обычно, если ты едешь, ну, например, написано там 50 миль в час, это в районе сколько? В районе 90 километров в час. То если ты едешь, например, 60, тебя никто не трогает. Если ты едешь 62 уже, то тебя остановят, выпишут штраф. Mm-hmm. То есть, если ты едешь в районе 60, тебя никто не трогает, это нормально. Это у вас в Америке. В Швейцарии ты на 3 километра превышаешь. Ага. На 3 километра 40 франков. Охренеть. После 3 километров там есть 3, 5 и пошло. Когда ты превышаешь больше 10 или 15 километров, да, то вот моего коллегу, он говорит, я еду, говорит, на работу, жена, говорит, опаздывает на работу, я опаздываю, я туда, говорит, еду, говорит, привез жену, говорит, еду назад, говорит, меня сфоткал, да что за хрень, говорит. Я, говорит, только когда назад ехал, увидел, что меня сфоткало. Ему пришло 1600, если не соврать, и 40. Он назад ехал уже потихонечку, когда я его второй раз сфоткал, этот же радар его сфоткал, он его увидел. И, короче, 1640 пришло, и ему пришло письмо. Или вы 4 месяца сидите в тюрьме и платите только, сколько там, 200 франков, что ли? Или вы платите 1640 и идите гуляйте. И месяц всего лишь это фарфербот. Ну, нельзя будет ездить. Угу. А которые вот эти всякие новые казахи и новые русские, которые у нас здесь есть, потом в YouTube это все выставляют, угу. Они их сразу... Даже домой приезжают, забирают у них машину, забирают у них права, и все, и фарфербот, это вообще нельзя будет ездить в Швейцарии. Здесь строго. Не, я в Швейцарию не поеду, мне не нравится. У нас автобан, например, я когда иногда в Германию заезжаю, я уже 16 лет здесь живу, я когда по Швейцарии езжу, у нас простые дороги, вот Бундесштрассе, да, 80, а автобан 120. Uh-huh. Ну, не везде, да? Я еду 120, иногда меня в Германию заедут, 120 еду, но мне старики обгоняют, еще что-то там, блин, показывают, я говорю, ёпта, где еду? Я оказался в Германии, надо газ дать. В Германии-то без ограничений, можно 200 и 300 ехать. А в Швейцарии еду, и я как привык, 80 еду, я что-то на раз на землю смотрю, у меня там колонна, как змея, блядь, 10, 20, 30 машин, я думаю, типа, на чёрт. Я иногда еду вот так по Германии и думаю, что меня обгоняют, и все вот так машут мне, думаю, что такое? Я помню, на спидометре смотрю, 80 еду, привык уже. Офигеть, слушай, это дело привычки. Я в Германии был, вот, да,
Давно, правда, еще по молодости еду тоже, ну, взял машину, Мерседес взял, знаешь, блин, ну, неплохой Мерседес, все, еду такой, знаешь, типа, крутой, где-то 170 так по этому, по автобану. Ты знаешь меня, что убило? Я в левой линии еду, а там же как, левая линия только для обгона, ты должен вправо для сразу обгона, перестроиться. Да. А я же как, слушай, Ариф с Таджикистана, все разошлись в сторону, тут еду, да, вот так вот. Я 170 еду, слушай сюда, ночь. Дождь. Один идиот на автобане, который едет 170. Тут сзади меня начинают мигать, отойди с дороги. Да-да, нормально. Нет, ты представляешь, я от такой наглости обалдел. То есть мне кому-то я мешаю. Я так отошел в сторону. 170, ну это да, это дедушка. Я отошел в сторону. Там едет такой, знаешь, вот на кладбище уже прогулы ставят, понимаешь? Вот такой вот. Еще и мне руками начал бахать. Я такой думаю. Да, да, это дедушки такие. У нас сосед, у меня сосед, когда это самое, в Германии, когда жили в Германии, у меня сосед такой, он выходит, да, у него эта трость в двух руках, и он так, рот открыт, он не закрывается, ему вот час-два и туда, Алфидерсен, как говорится, свой метр, он геометр, да. И он садится в свою машину, он вот так ехал, знаешь, вот если ты сбоку посмотришь, у него так. Рот открыт, он так едет. Я говорю, Катя, как ему дали права, супруги, я говорю. Ну, говорит, можно. Ему лет 90. А вот такие тебя на автобане догоняют, еще вот так, знаешь, обгонять. Когда я говорю, 120 еду, я привык, кто мне там, ё-моё. Ну, в Швейцарии чуть превышаешь, там 20-30 едет. Но 130 это максимально. Угу. Что то заберут еще машину. И он еще обгоняет, и там, ну, он еще вот так покажет. Это такие старики, да, это ужасно. Я тебе говорю, для меня это был шок. Понимаешь, мне тогда там 25, там 30, я не знаю, сколько мне было. Ну, молодой еще. Знаешь, тут меня обгоняет динозавр. Еще матом по-немецки кроет, видать, знаешь, ну я не слышал, но там видно было, знаешь, еще свет включил, чтобы видно хорошо было. Я вообще обалдел. Я думал, я один сумасшедший на дороге, оказывается, нет, слушай. В Германии, если ты не успеешь быстро уехать, да, могут задавить. В Германии, я люблю по Германии ездить, вот на следующей неделе у меня этот мой одноклассник, мы хорошо общаемся с ним. Он живет в Кёльне. На следующие выходные мы поедем в Кёльн. Нас пригласили в гости. Ну, шуточки пожарим. Угу. Посидим, отдохнем. Слушай, вы там не обнаглели? Что у вас с погодой вообще там происходит? Блин, 22 сегодня было. Я охренел. 22 чего? Плюс. Слушай, ты не переместился куда-то южнее там? Я на севере, как говорится, я на севере Германии. Швейцарии, на юге Германии. Ну, вот от меня Боденсее, это большое озеро, которое на этом, как его, которое соединяет Швейцария, Австрия и Германия, я прям живу на нем. Да-да, очень-очень-очень жарко. Я было до Нового года 12 градусов было, у нас 4 машины, которые, это лифербусы, ну, это, они, никто не завелся, мы их загоняли этими штаплерами, эти карами в бокс, чтобы они отогрелись, нихера ничего не могли завести, соль на дорогу не кидает, подожди, это было подожди, у нас подожди, 2 дня. Было 12 градусов мороза было на Новый год? Да, до Нового года 12 градусов мороза было, тут был коллапс. Подожди, а ездить сейчас, невозможно. Подожди, а сегодня вот 6-го. Сегодня у нас было где-то 20, а на Новый год у нас было 26. Прямо на новогоднюю ночь у нас было 26 градусов. Тепла. Ну да. У нас зеленая трава. Подожди, а минус 12 как было? А минус 12 было до Нового года, неделю до Нового года. А, у вас в принципе лето уже началось, да, я так понял? Весна. Нет, нормально у нас должен быть, ну как, хрен его знает, что началось. Ну, началась катастрофа. Нету холода вообще. Нету, правда. Слушай, у нас не тоже... Не знаю, почему. У нас тоже не очень с этим, знаешь, что-то... Снега не было уже. Я такое ощущение, что у нас снега вообще не будет. Такое ощущение. Ну, у нас будет так же. Выпал снег, дети тут вроде бы самки повытаскивали. Через 2 дня они их обратно за это самое, в сарай затащили. Снег кончился, все. Прикольно, да. Не, ну, а когда это самое, я когда с пацаном ездил?
Вчера, позавчера ездил. Ну, тут здесь поднимаешься у нас так на горку. Mm-hmm. У нас, я живу, там не горная местность, у нас, как говорится, флахланд. Ну, такая местность, степная местность, они говорят. Ну, плоская, плоская, да, флахланд я живу. И я поднимаюсь на этот, ну, поехали на коньках покататься. Поднимаюсь и говорю, ты видел горы? Он говорит, ну да, ну вот же, говорит, пацан, говорит, ну вот же. Я говорю, вот, посмотри, а солнышко так светит, ты знаешь, и Альпы все видать. Он говорит, ни хрена себе. Не, да, Альпы, нет, Альпы, у нас красиво осень. У вас вообще, я вот смотрю, когда вот Travel Channel, то есть, знаешь, это да, хотелось бы приехать, да-да, как-нибудь, может, приеду, вот Швейцария именно. Ну что, если приедешь, заезжай в гости, обязательно встретим. Спасибо, спасибо. Нет, ну классно. Нет, я мой городок, вот и я живу, я тебе сейчас скажу его, Штайн ам Райн. Это все отдельности пишется. А, очень, да, я как раз запомнил, да, вот именно Штайн ам Райн. Я забуду через 20 секунд. Ты что, с ума сошел, такое запомнил? Посмотри свою запись и вспомнишь. Вот, очень красивый городок. Ну, такой небольшой он. Небольшой. Сколько здесь населения, я не знаю. У нас, короче, два магазина, вот. И одна заправка. Небольшой городок. Но он прям вот с этого Боденза, как его, с этого озера вытекает Райн, и прямо на нем живем. Слушай, классно, на рыбалку ходите? Или у вас нельзя ловить? Да, но у нас вот мы с супругой два года назад сделали Ангельшайны, чтобы рыбачить. Ну, разрешение, допуск. Да, разрешение надо. Ну, мы давали экзамен, как типа на права. А, даже ну да, чтобы то, рыбу, что... чтобы правильно крючок снимать, чтобы рыбу не поранить. Да, у нас этот катастрофа. Потом еще надо пластырем залепить, где ты дырку сделал от крючка, да? Не, этим не пластырем налепить, надо такой специальный этот красный такой тюбик и туда. Надо. Слушай, я только что прикололся, а ты серьезно это говоришь? Не, правда. Он витергак, знаешь, без этого вот крючок, и там вот этот же витергак, как он этот, вот этот заусенец на крючке же есть? Ну. И его нельзя иметь, его надо убирать, чтобы рыба не поранилась. А, да. Слушай, а может быть заходить вот по пояс, знаешь, и так ее позвать, может она сама подойдет? Чтобы не поранить. Да-да, не, ну вот смешно, бы это же правда. Уточку только можно две, один на каждой уточке по крючку и без этого витергака. Ну я не знаю, как он по-русски называется. Я понял, без заусенца, чтобы она могла дать ей шанс соскочить. Да, вот червяка, нет, не то, что шанс отскочить, когда ты ее поймаешь, и ты будешь постоянно на этом держать, как его, чтобы слабинку не давать, она не соскочит. Ну, я но к когда этому ты и говорю, снимать, да. Да, когда ты его, но зато, когда ты червяка посадишь, он через 5 минут сам убежит оттуда. Значит, я это анекдот вспоминал. Хозяин, ты что, обалдел, такой червяк с двумя рыбами? Они меня чуть не сожрали. Да-да, но червяк, он сам оттуда слазит, не клюет, и таскаешь, никого нету. Убежал. Понятно. Ладно, Валерка, ладно, давай. Хорошего тебе вечера. Тебе тоже, дай бог, ты посмешил меня, слушай. Буду тебя смотреть, да? Ты не против, я это поставлю, да, если этот? Как хочешь, да. Давай. Без базара. Удачи тебе, счастливо. Давай, чао-чао. Прикольный Валерка, блин. Ну вот так вот в Швейцарии. Так что в Швейцарии теперь появились... Что там, ленд-крузеры 300-е? Ну, не пуха вам, ни пера. К черту. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Семен Семенович. Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу.